успокоиться. Вот услышав со стороны, я пришла для того, чтобы посмотреть, что у меня. Да, потому что обращение было сделано в 2013 году, когда стало известно о том, что в городе планируется построить вот на этом месте собор, я пошла в патриархию нашу Красноярск для того, чтобы узнать, как принято решение. Ведь обычно дела строительства центрального собора решаются. Услышать мнение горожан. Ну и, конечно, было услышать мнение горожан. Нет, не надо сейчас задавать этот вопрос. Мы сейчас о другом. Вы так Нет, я понял. Вот дайте мне договориться, а потом задавайте мне вопросы. И тогда мне сказали, что вы знаете, что место согласовано с патриархом, что место освящено, хотя мы случайно оказались, были приехали на этом пятачке, показывали это место патриарху, значит, курс, и тогда же мы... Значит, поскольку ссылается на патриархию, я решила, набралась смелости и написала письмо туда. И получила ответ. Вот вы его можете посмотреть. Где управление делами патриарха, здесь четко сказано, что это не по уставу Русской Православной Церкви, они не решают, не выбирают место для строительства. Поэтому, мягко говоря, когда строительство таких вещей начинается с некого лукавства, это уже нехорошо, правда? Какой вопрос, такой ответ. Да, такой ответ. Да. Ну, я вот как вы поставили вопрос, так вам и ответили. А если только подойти к этому делу, если бы вы сказали, что является основанием, если патриарх сказал здесь строить храм, да, то... А он будет здесь храмом. А почему тогда? Не знаю.